Добрий вечір, шановні телеглядачі на телеканалі Рудана. Що тижнева програма Контакт? У нас в гостях Ніна Валерівна Савенка, начальник відділу з питань захисту прав споживачів, апарату міськради і виконкому. Добрий вечір. Доброго вечір е, Ніна Валеріна. Перше питання таке: що зараз хвилює наших городян? З яких питань найчастіше всього звертається до вашого відділу громадян? Чи є проблемні питання, які неможливо вирішити на їх користь? за консультацией по вопросам прав потребителей и восстановлению своих потребительских прав обратилось более 800 граждан. Вопросы касались 2% это правил торговли продовольственными товарами. В частности, интересуют людей и жалуются на то, что допускаются нарушения прав потребителей при приобретении товаров. Не выдаются, например, расчетные документы, бывают случаи обсчета покупателей, жалуются на э, нарушение э, правил хранения и соблюдения режима хранения продуктов питания. 63% обращений у нас есть по качеству непродовольственных товаров. Это обувь, одежда, бытовая техника, планшеты, мобильные телефоны. Интересуют людей правильность соблюдения гарантийных обязательств и дополнительного сервисного обслуживания. 32% касаются правил услуг. В частности, были обращения у нас и по бытовым услугам, и по по коммунальным услугам. И вопросы касаются, например, по срокам установки счетчика тепла. Например, ремонт одежды, ремонт обуви или, например, обслуживание домофонной системы и другие вопросы. И в основном здесь, конечно, идет нарушение сроков выполнения заказов, несоблюдение условий договоров. И 3% есть обращения по уровню обслуживания, нетактичное поведение продавцов или исполнителей исполнителей услуг и есть жалобы на то, что не принимают субъекты предпринимательской деятельности претензии и заявления от потребителей по рассмотрению их обращений. На пользу потребителей решено более 97% вопросов, которые, по которым к нам обратились и возвращено в пользу потребителей более 85 тысяч гривен. Это возврат денег субъектами предпринимательской деятельности или, например, переделали, выполнили работы, услуги или обмен меняли товар на другой товар и проблемные вопросы они были и пока остаются это некоторые субъекты предпринимательской деятельности не выдают потребителям расчетные документы и создаются трудности проблемы в том что невозможно определить у кого приобрели данный товар и где находится данный субъект предпринимательской деятельности есть сложность вопросов что договор, договорами не определены четко условия договоров в частности не указаны срок выполнения, например, заказа, или, например, нет э, замеров, эскизов, зарисовок тех, э, например, конструкций окон или фасона, модели одежды, когда заказывают. Вот такие проблемные сложные вопросы, или невозможно найти субъекта предпринимательской деятельности, или, например, даже его адрес не адрес не указан в договоре. Вот такие вот проблемные вопросы, которые на сегодня хотелось бы, конечно, обратить внимание на это наших зрителей, чтобы в обязательном порядке документы эти приобретались. Добро, а чьё право ваш видел вживати до суб'єктів господарювання порушників норм законодавства про захист прав споживачів штрафні санкції. Згідно з Конституцією України, стаття 19, органи державної влади і органи місцевого самоврядування повинні діяти в пределах своїх повноважень і на основі норм як Конституції України, так і законів України. І органи місцевого самоврядування, согласно статьи 23 э, хозяйственного кодекса не имеет права вмешиваться в деятельность субъектов хозяйствования. И исключительно за органами исполнительной власти закреплено право проводить проверки в установленном порядке, э, проверки по качеству безопасности продукции, соблюдение субъектами предпринимательской деятельности правил торговли и услуг, и если выявляются нарушения прав потребителей, применять штрафные санкции. На сегодня э, контроль, контроль в сфере защиты прав потребителей осуществляет инспекция государственная по защите прав потребителей Украины. Есть территориальный орган в Днепропетровске и, соответственно, отдел в городе Кривой Роге. Это, находится этот отдел по Кассиора-20. И хотелось бы уведомить наших телезрителей, что в прошлом году, в сентябре 2014 года, была создана единая государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. В этом году, в сентябре, Кабинетом министров утверждено положение об этой службе. Эта работа этой службы направляется, координируется исключительно Кабинетом министров и Задача э, стоит этой службы э, осуществлять контроль и надзор в сфере защиты прав потребителей и рекламе в этой сфере, согласно контроль по санитарному законодательству, соблюдению норм по ветеринарной медицине, в сфере метрологии, в сфере рыночного надзора и в сфере э, безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов. Это единая служба. Положение очень серьезное, я рекомендую всем субъектам предпринимательской деятельности ознакомиться с этим документом. И как раз вот я назвала сферу э, безопасности и отдельных показателей качества пищевой продукции, 20 сентября этого года вступил в силу закон Украины об основных э, принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевой продукции. И данным законом предусматривается э, новая терминология. Например, все субъекты хозяйственной деятельности пищевой отрасли, они уже будут называться операторами рынка это как производители продукции это те субъекты которые транспортируют продукцию хранят продукцию и реализуют продукцию в этом законе предусмотрены и уточняются новые виды нарушений и адекватность принятия мер к нарушителям также рекомендую ознакомиться с субъектами хозяйства суб, всем субъектам хозяйствования данной сферы поскольку этим законом даже с нами нашей точки зрения предусмотрены очень жесткие, большие штрафные санкции. Например, производители должны у себя на производстве внедрить систему управления безопасностью продукции, система ХАСП. И за то, что, например, если эта система не будет внедрена, штрафные санкции именно в этом законе предусмотрены от 40 тысяч и свыше 100 тысяч. И все остальные там вот штрафные санкции начинаются от 7 тысяч и выше. Поэтому рекомендуем обязательно ознакомиться. И мы, конечно, надеемся и ждем, что будут дополнительные какие-то нормативные документы, в частности постановление Кабинета министров, которое уже даст окончательное право приступить к выполнению своих полномочий. Добро, Нина Валерьевна, а ты можно отримати консультацию с питань захисту прав споживачів? В исполкоме городского совета созданы удобные условия по приему граждан по вопросам защиты прав потребителей. Прием осуществляется в муниципальном центре услуг города Кривого Рога. Окошко по защите прав потребителей номер 13. Приемные дни понедельник вторник, четверг с 9 до 12. Есть также контактный телефон 493-04-76, где можно получить квалифицированную консультацию по всем вопросам защиты прав потребителей. И здесь специалисты, профессиональные специалисты, они дадут консультацию по нормам законодательства, помогут разрешить спорный вопрос между потребителем и субъектом предпринимательской деятельности, помогут составить претензию, заявление к субъекту предпринимательской деятельности – с обоснованными требованиями или к контролирующему органу. Сегодня хочется обратить внимание глядачей и на основные загальные, э, нормы законодательства про захис прав споживачей, чтобы себя не ошибать. И вы, как специалист, дайте какие-то порады. Ну вот основные рекомендации, которые мы и всегда говорим и напоминаем всем потребителям, это, конечно, если приобретается товар или заказывается услуга, в обязательном порядке должны потребители требовать выдачу соответствующего расчетного документа. Это может быть чек, квитанция. И у нас есть обращение граждан, нам задают вопросы. Вот, например, какой-то субъект предпринимательской деятельности не выдал нам кассовый чек. Является ли это нарушением? То согласно норм законодательства одна категория э, субъектов хозяйствования обязаны в торговой точке установить регистраторы расчетных операций. Это, например, алкогольные напитки продажа или табачные изделия. И соответственно те, кто должен э, иметь регистраторы расчетных операций, они обязаны установить также терминалы, чтобы дать возможность потребителям рассчитаться за продукцию банковской карточкой. Но вторая категория субъектов хозяйственной имеет право работать без кассовых аппаратов, но в обязательном порядке от руки должны выписать товарный чек. Товарный чек, он установленной формы, с обязательными реквизитами, наименование субъекта, адрес, наименование товара, вес, например, или количество, и обязательно дата продажи, которая играет очень-очень большую роль. Если остановиться, в общем, опять-таки по нормам вот, и основным э, рекомендациям, если, например, мы покупаем продукты питания, то в обязательном порядке мы должны ознакомиться э, с информацией о продукции. Конечно, зрительно мы всегда обращаем внимание на ценники, где более дешевый товар, естественно, мы его покупаем, но мы должны запомнить эту цену на витрине, потому потому что когда будем рассчитываться на кассе, мы в чеке обязательно должны обратить внимание, чтобы не было обсчета и правильный был расчет с покупателем, чтобы было правильно указано и цена этого товара, и количество, и вес, и стоимость каждого товара и общая сумма. Нужно все это проверять, не отходя от кассы. Это предусмотрено правилами торговли. И обязательно нужно обратить внимание, как люди уже поднимают вопрос, при каких условиях хранится, хранятся продукты питания. Питания, соблюдается ли температурный режим обратить внимание на маркировочку на срок годности маркировка должна быть изложена на украинском языке что касается договоров прежде чем подписывать и ставить свою подпись когда заключается договор между потребителем и исполнителем услуг здесь нужно обязательно ознакомиться и изучить условия договоров только после этого ставить свою подпись потому что есть случаи, когда предоставляют нам договора, а практически я уже говорила, невозможно разрешить, поскольку не установлен окончательный срок, например, выполнения данного ремонта или каких-то работ. И вот, например, в помощь для потребителей жилищно-коммунальных услуг есть разработанные типовые договора. Это и по предоставлению услуг, и по централизованному отоплению, и по обеспечению горячей и холодной водой и водой отведению, по газоснабжению, по электроэнергии по вывозу отходов, а также по благоустройству передомовой территории. Есть ну, вот эти типовые договора. Они утверждены Кабинетом министров. И у нас были случаи, когда управитель пытался изменить в свою пользу этот договор. Это есть нарушение. Этот типовой договор для того и есть, чтобы уже это основа по заключению договора. То, что хотят добровольно еще заключить по согласию потребитель и исполнитель услуг, это, конечно, все возможно. Также есть, например, по бытовым услугам тоже есть определенные инструкции и определенная форма этих квитанций. Она утверждена, уже готовая. Это и химчистка, и пошив одежды, изготовление трикотажных изделий, ремонт обуви и другие там виды бытовых услуг. И есть определенная форма. И, конечно, мы напоминаем всем субъектам предпринимательской деятельности, чтобы они открыли эти инструкции и пользовались уже готовыми этими квитанциями и не ущемляли, не ущемляли и не ограничивали права потребителей, как это иногда вот бывает. И, конечно, этими договорами в обязательном порядке должен быть предусмотрен предмет договора, обязательно субъект предпринимательской деятельности должен гарантировать качество, безопасность продукции, надлежащее выполнение услуг, а со своей стороны потребитель обязан, конечно, оплатить за приобретение Приобретение товара, покупки услуги в обязательном порядке. И мы обращаемся ко всем жителям, чтобы в обязательном порядке они своевременно оплачивали за услуги жилищные и коммунальные. И основное то, что нужно подсказать, это если есть договор или товарный чек купли-продажи, то, конечно, первые действия потребителя должны быть это обратиться к тому субъекту, который продал товар или оказывает услугу. Обычно обращение также предусмотрено согласно законодательству. Нужно обратиться письменно, и мы это рекомендуем, в двух экземплярах заявления. И один экземпляр субъект предпринимательской деятельности должен зарегистрировать. А второй должен рассмотреть руководитель предприятия. Отказать в приеме и регистрации данного заявления не имеет права субъект предпринимательской деятельности. Это самые вот такие основные. Если запомнит на сегодня потребитель и зритель чек, чек, чек и договор, то он себя уже обезопасит и будет... А, да, і он зможе відстаювати свої права і інтереси і в органах місцевого самоуправління, і у контролюючих органах, і соответственно в суді, якщо дійдуть справа до суда, це зрозуміла ситуація. А як захистити себе, якщо придбан товар або замовлено послугу, як то кажуть, з рук чи на оголошеннях по оголошенню? Да, такие обращения вот поступают от жителей города. И спасибо вашей телерадиокомпании. Мы приготовили были ролик на эту тему и освещали по телевидению. Конечно, здесь опять-таки пожелания, советы нашим потребителям, чтобы они были внимательными и осторожными, когда пользуются такой услугой, когда мы видим и на остановках, и на электрических столбах, и, и на асфальте, и на заборах, и на деревьях мы видим эти объявления различного характера и неизвестные лица раздают э, листики э, на улице э, предлагают свои услуги, но мы обращаем внимание, что в этих во всех объявлениях есть только в основном контактный телефон, а отсутствует сам, самая главная информация о субъекте хозяйствования и где он находится. И, конечно, когда жители города пытаются воспользоваться услу услугой с помощью этих объявлений и передают деньги неизвестным лицам, они не получают того, на что рассчитывали. На качество выполненной, например, продукции по установке окон, дверей, заборов, по установке, например, тепловых тех же счетчиков или же ремонт квартиры или ремонт бытовой техники, потому что неизвестно, кому они передали свои деньги. Нет никаких подтверждающих документов. А если даже документ подтверждающий и будто бы, как дает субъект предпринимательской деятельности, и мы его проанализировали, то, к сожалению, у нас есть много очень примеров, например, по утеплению домов, где в договоре не указан ни срок выполнения, не определена стоимость материалов, а общая стоимость только стоит 27 500. А когда выполнят эти работы, и нет документа, подтверждающего об оплате приеме этих денег, то есть практически уже ущемлены права потребителя данным субъектом. И самое главное, в этом договоре не указан адрес субъекта предпринимательской деятельности, отсутствует его наименование. И очень сложно разрешать эти вопросы. И самое в этой ситуации, конечно, неприятно, то, что эти лица пользуются доверием людей преклонного возраста, когда ходят по домам, предлагают свои услуги, предла предлагают э, изделия медицинского назначения, убеждают в том, что этот препарат Она вылечит, все... вылечит мгновенно, поставит на ноги человека преклонного возраста. И, конечно, предлагают всевозможные, заманивая акциями, скидками, мгновенными рассрочками. То здесь, конечно, хотелось бы предупредить всех и людей преклонного возраста, и их детей, родных и близких, разъяснить этим людям, чтобы двери не открывали и никого не запускали в свои квартиры. А если даже, например, честно ведет предпринимательскую деятельность субъект предпринимательской деятельности, то он должен свое объявление цивилизованно Разлистить на доске объявлений или через средства массовой информации печатных, на телевидении, в радиокомпании и, э, э, естественно, соблюдать все нормы законодательства. Если, например, переступают порог нашего потребителя, жителя города, должны предоставить соответствующие документы, подтверждающие, кто ты, с какой ты фирмой, какая цель твоего прихода к данному вот именно потребителю. Вторая сторона этого момента э, – то, что нарушается э, правило благоустройства, обеспечения чистоты и порядка нашего города предусмотрены высокие тоже штрафные санкции для тех лиц которые э, вот прикрепляют все эти рекламные всякие листочки макулатуру и, э, и например штрафные санкции от 340 гривен до 1360 на граждан физических лиц на субъектов предпринимательской деятельности от 850 до 1700 гривен. Если, например, человек разместил свое объявление и он не зарегистрировал свою деятельность в установленном порядке на государственном уровне, тоже предусмотрены штрафные санкции от 340 до 1700 гривен. Но здесь мы даже не сколько хотели бы сказать о штрафных санкциях, ведь мы не заинтересованы наказать человека, но чтобы у этих людей была совесть, поскольку всі ми повинні підтримувати красоту нашого міста, беречь. і, звісно, хотілося б, щоб наш город був красивый, чистий і уютний серед всех городов України. Добре, а кому краще привітати претензії з приводу незалежної якості товару чи отриманої послуги, чи продавцю, чи виробнику, чи сервісному центру, і за чий рахунок здійснюється доставка неякісних товарів до сервісного центру, загласна закону закона защиті прав потребітелей, право закріплене. Но за потребителем. Он имеет право обратиться со своей претензией, если выявлен некачественный товар или обмен товара на качественный, на качественный, имеет право обратиться как к производителю, как в магазин, так и, например, в авторизованный сервисный центр. На практике мы всегда советуем обращаться через магазины. Что касается доставки, здесь закреплено право за покупателем в письменной претензии. Он просит, я прошу осуществить доставку вашими силами. То есть доставка и в ремонт, и с ремонта будет бесплатная. И кроме этого, есть еще перечень товаров. Если товар бытовой техники берут в ремонт на гарантийное обслуживание, есть определенный перечень в постановлении Кабинета министра 100, 172 от 19 марта 1994 года, где покупатель может потребовать во временное пользование, пока в ремонте находится его товар, это холодильник, телевизор, компьютер, мобильный телефон, стиральная машина, микроволновая печь и так далее. Рекомендую ознакомиться с этим перечнем пользоваться своими правами, и если в магазине нет этого обменного фонда, требовать один процент от стоимости товара. У каких выпадках споживач мое право на резервание договора купиллю продажу товаров че о послуги в законодательстве есть два понятия существенный недостаток и просто недостаток существенный недостаток который выявляется в товаре это тот недостаток который невозможно уже устранить и действительно есть обращение в отдел по защите прав потребителей с требованиями разорвать договор купли-продажи но иногда бывают требования потребителей невозможно применить нормы законодательства потому что сначала существует ремонт по законодательству, бесплатный в течение гарантийного срока, а если выявлен существенный недостаток в этот срок и он возникает по вине изготовителя, или, например, продукция не имеет никаких подтверждающих документов о происхождении, о качестве и безопасности, то здесь, конечно, вправе требовать расторжения договора потребитель. И вот я сказала именно по качеству безопасности, а еще если субъект предпринимательской деятельности не предоставляет вовремя, вовремя своевременную доступную информацию о продукции, например, например нет никаких сопроводительных документов продукции, или же инструкция изложена на иностранном языке, то здесь в приемлемый срок, но не более месяца, нужно потребовать, чтобы предоставили эту информацию. Если не предоставляет субъект, то здесь также вправе покупать потребовать расторжение договора. Расторжение договора также может быть, если есть заключение независимой экспертизы, в частности у нас в городе торгово-промышленной палаты. И м -м, расторжение это э, именно договор купли-продажи на основании чеков, квитанций и так далее. Что касается, если мы заказали услугу и хотим разорвать этот договор, например, мы увидели на следующий день, что где-то эта услуга более дешевле нашли. Конечно, э, расторжение договора по услугам это более сложный вопрос, поскольку субъект предпринимательской деятельности обычно нам говорит, товар, продукция уже в работе, уже на заводе, уже переданы туда размеры, замеры и полностью в работе. И по инициативе потребителя возможно расторжение договора, но тогда нужно возместить уже за выполненную работу или же и зате, так сказать, понесенный ущерб субъекту предприниматель, предпринимательской деятельности за расторжение данного договора. Разорвать договор также можно, если вовремя предприниматель не приступил к выполнению этого договора и нарушает сроки выполнения. Но опять-таки есть примечания в законодательстве, если работа выполнена на 70%, то разорвать можно только на те оставшиеся 30% этот договор. Ну и можно воспользоваться Конечно, правом изменения договора э, или же расторжения это воспользоваться нормой Цивильного кодекса 651 и только в судебном порядке уже по требованию покупателя уже можно с соответствующими доказательствами э, свидетелями можно обратиться по расторжению договора. У каких строки по с споживачевые кошты во всех случаях, вот, например, э, тот вопрос, который мы рассмотрели, расторжение договора, или же, например, возврат э, денег за некачественные продовольственные продукты, или же по девятой статье, когда идет обмен товара как качественный на качественный, но э, товара такого нет, и тогда покупатель может потребовать возврат денег, то во всех этих трех случаях должны вернуть в день расторжения договора, но, э, не более 7 дней по договоренности сторон. То есть субъект должен договариваться с потребителем, но не более 7 дней. Доброе, если гарантийные ведь зобовяз... отсутствуют, не надо ни покупцеве, а товар иноземного похожения, то как действует в таких случаях? Гарантийные сроки играют очень большую роль, поскольку производитель обеспечивает бесплатный ремонт в течение гарантийного срока. И продавцы товаров, исполнители услуг обязаны выдать гарантийные обязательства покупателю или заказчику услуг. Если вдруг такие документы не выданы, то согласно законодательству о защите прав потребителей, потребители имеют право воспользоваться нормой, требовать устранения недостатка в срок в течение двух лет. Это как и по услугам, и точно так же по приобретению товаров. И здесь я еще напоминаю телезрителям, есть такое понятие, как срок службы товара, поэтому мы рекомендуем, если э, техника, например, выходит со строя, то нужно обязательно ее ремонтировать только в том авторизованном сервисном центре, который указан в сопроводительных документах. И если сервисный центр выдаст такой документ, что нет э, запчастей на эту деталь, э, то, несмотря на то, что закончился гарантийный срок, на протяжении срока службы можно требовать от производителя или от продавца товаров расторжение договора и возврат денег. Поэтому, если вдруг в документах, в сопроводительных не указан срок службы, то этим правом будет пользоваться потребитель в течение 10 лет. Если товар не подошел с будь-яких причин, чем может споживач повернуть его продукцию? В отдельных случаях да, но в некоторых нет. Опять-таки я напоминаю о постановлении Кабинета министров 172 от 19 марта 1994 года с изменениями и дополнениями. Здесь есть у нас перечень товаров, которые не подлежат обмену как качественные на качественные. Это продукты питания, это лекарственные все препараты, предметы медицинского назначения, есть дополнительный еще указ Министерства здравоохранения, предметы сангигиены, печатные издания, ювелирные изделия, косметика, парфюмерия, все постельное белье, нательное белье, то, что соприкасается с телом, мы не сможем поменять. Ткани на метраж, строительные материалы на метраж. То, что не входит в этот перечень, бытовая техника, обувь, верхняя одежда – мы вправе требовать замену как качественное на качественное. При условии, если товар не использовался, сохранены э -э -э, чеки, Пломби, упаковочка. э, е, имеем право потребовать замену. Если нет такого товара, тогда можно выбрать любой товар, который есть в ассортименте, или же потребовать опять-таки, возврат денег за данную продукцию. Е, Действительно, такие вопросы иногда возникают: спорный вопрос: причины потери качества продукции: или вина потребителя, или вина изготовителя. То в данной ситуации нам поможет опять-таки, не независимая экспертиза. Например, у нас в городе есть торгово-промышленная палата телефонных 92 98 37. Они находятся на Постышево 1. Эту экспертизу организовывает субъект предпринимательской деятельности по письменному заявлению потребителя. И в течение трех дней бесплатно субъект хозяйственный должен организовать эту экспертизу, сообщить, где, когда состоится данная экспертиза. Но здесь мы предупреждаем, если вдруг экспертиза подтвердит, что виноват потребитель, то, конечно, потребителю тогда придется возместить субъекту хозяйственного за организацию этой экспертизы. Спасибо за заместованную беседу. Это была программа «Контакт». У нас в гостях была Нина Валерьевна Савенко, начальник отдела испытаний захисту прав споживачів, аппарату міськради и виконком приємних і головне якісних вам покупок з вами був ярко Наненко. на все добре